Хотела. Здрасте, друзья мои. Сегодня 27 мая. Значит, с утра поднял 8 штук молодежи. Любой из них покрывался в пикете из этих. Уже, наверное, часа полтора наблюдаю за ними. По-моему, да, снимаю. Часа полтора наблюдаю. Приподнимется метров 500-600 и начинает скидывать вниз. Приподнимется и начинает скидывать вниз. И потом резко, видите, чего стало. Вокруг стала черная, то есть тучи черные накрыли. Видите? Даже сейчас утро, но такое ощущение, как будто вечер, а не утро. Теперь, дорогие мои, может кто-нибудь объяснить мне, почему? Вот очень часто у нас говорят, вот мы покрываем, поднимаем голубей, голуби идут, тучами накрывает, они пропадают. Это, знаете, дорогие мои, ну реально птица чувствует погоду. Гонная птица, она обалденно ориентируется в погоде. И обратите внимание, в небе никого нету, ни ласточек, ни скворцов, ни ворон, ни копчика, вообще ни одной живности нету. Само собой, сейчас скоро будет ураган. В общем, будет ливень конкретный. Общем, потому что, ну, уже по погоде, видите, птица вся скинула. Им летать и летать. Общем, даже вот просто сейчас подойду, оттуда сниму, видите, уже начало капать дождик. Общем, подойду, просто сниму. Ни один из них даже не подустал. Не то, что устал, а даже не подустал. Вот смотрите, как кремлевские солдаты стоят. В ряд. Знаете? С ожиданием. Опасность — это не только копчик. Опасность может быть и ветер, и ураган, и метель, и дождь, и ливень, и то, и пятый, и десятый. Знаете, ну такой короткий ролик я, наверное, оставлю, не буду ждать ливня. Но то, что ливень будет однозначно сегодня, а может и не будет. Может вот сейчас полчаса, через полчаса ветром все унесет, вот эти черные тучи, и будет опять ясное небо. В общем, ну вокруг на 360 градусов почернело, то есть накрыло их там. То есть весь город накрыл черным туманом, понимаете. Ну вот... Понимаете, как говорится, ничего лишнего, констатация фактов, понимаете, только чистые факты. В общем, не просто я придумаю вот это небо, как голуби должны летать. Небо придумает погода, а голуби сами выбирают, как должны летать. Ну и кому интересен, занимайтесь этим. Кто считает, что хороший голубь должен и в туман пропадать, ну считайте, что это хороший. Никто же вам в этом не запрещает, понимаете? В общем, то есть, но в реальности вот происходит вот так. Ну реально, вот птица чувствует небо. Я говорю, нету ни одной живой души в небе. Все, небо пустое. Потому что вся дикая птица, она выживает. Вот, ну реально, в природе выживает сильнейшая. Если дикая птица будет тупым, она не выживет. То же самое голубь. Если он будет тупым, она не выживет. Вон, одну ласточку вижу внизу. Такой же глупенький. Все, пошел. И то, низами. Ласточка крышу вышибает. Вся остальная птица, ну, вы знаете, рано утром ласточки, они просто как пропеллеры винтят в небе. Но нету. Ну, что, удачи всем. Сделайте выводы, почему, как и что происходит. Удачи всем!